Близятся майские праздники и сезон отпусков. Андрей Дорошевский и его заместители совместно с главами поселений проверили санитарное состояние основных дорог района. Начали прямо со въезда в район. Здесь Андрей Дорошевский поручил главе Фипского городского поселения Юрию Коваленко обновить лакокрасочное покрытие баннера на границе муниципалитета. Также обратили внимание на ямы и мусор на дорогах, поваленные деревья. Владельцам некоторых придорожных кафе необходимо обновить вывески. С главой Северского сельского поселения встретились с владельцем шашлычной «Рик». Глава поинтересовался, как собираются украшать здание в преддверии Дня Победы. Это скоро мероприятие праздничное. И вот перед каждым праздником мы стараемся что-то украсить, навести порядок. Вот у нас вопрос, вы какие будете делать украшения, поздравления, вывески какие-то? Флаги, а там что? А флаги где будете размещать, какие? На крыше? Андрей Дорошевский дал поручение главе поселения Григорию Шакуну продолжить работу по наведению санитарного порядка вдоль федеральной трассы, обрезать ветки, побелить деревья, убрать мусор. Дорога главной достопримечательности Северского района, горе Собербаш, лежит через Азовское сельское поселение. Глава муниципалитета поручил Евгению Алышеву уделить больше внимания на спил деревьев и веток на протяжении всего маршрута до молодежного лагеря Дубрава. Сейчас дорогу к лагерю грейдируют.